Есть добрая традиция у щелковских ветеранов спорта собираться вместе в день физкультурника. И сегодня они ее продолжают. И встреча проходит в театрально-концертном центре «Щелковский театр». Это их праздник, людей, которые дали мощный импульс развития массового спорта на Щелковской земле. Все они настоящие профессионалы своего дела, титулованные спортсмены, мастера спорта, тренеры, учителя физкультуры, для которых спорт не просто слово, дело жизни. Они воспитали целые поколения щелковцев, талантливых спортсменов. Многие продолжили дело своих наставников. Есть и те, кто добился немалых результатов, защищая честь страны на мировых аренах. Вот так ветераны спорта собираются в 10-й раз. Все вместе отмечают День физкультуры. Они вспоминают и о тех, кого больше нет, но чье дело жизни продолжается. Говорят о тех, кто стоял у истоков развития спорта на Щелковской земле, прославляя родной край. О том, каким был спорт раньше и какой он сегодня. У нас сложился такой коллектив, вот, особенно на нашей школе, в детской спортивной школе. И раньше вот, на хлопчатобумажном комбинате на стадионе был коллектив там исключительно отличный. Там Кусакин был там. Другие очень много, Федосов, его нету здесь. Это все выдающиеся ребята. Надо, чтобы человек любил свое дело. И любой человек, счастливый человек, тот, кто любит свою работу. Спасибо большое руководству о том, что вот эта традиция началась и продолжается без всяких срывов. Вот. И мне кажется, что вот отмечают спортсменов, тренеров, да, это очень большое дело, хоть какое-то мы чувствуем, ну, отдачу. Я всем желаю, щелковчанам Московской области, всем любителям спорта, здоровья, здоровья и здоровья, и быть добру. По традиции на встрече за многолетний добросовестный труд наградили ветеранов спорта, отметивших в этом году круглые даты. Очень приятно от имени руководства нашего городского округа Щелково вас приветствовать здесь, в театрально-концертном центре «Щелковский театр», в честь Дня физкультурника и поздравлять вас, наверное, для вас самым главным праздником, потому что вы всю свою сознательную жизнь отдали служению спорту. На этот раз к щелковским ветеранам спорта присоединились и руководители спортивных учреждений нашего городского округа. Несмотря на то, что мы непосредственно не участвуем в соревнованиях, не спортсмены. Тем не менее, мы и в тренерской работе принимаем активное участие. У нас много секций и по большому футболу, и по футболу, по различным видам. Но главное, что нужен обязательно спорт высших достижений. Анна Бальет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.